Здравствуйте, я доктор Пантьер. Работаю в Сент-Мэтьюс уже 5 лет. Я кардиохирург. Женщины-трансплантологи – большая редкость. Кардиохирург? И чем же такая женщина занимается в свободное время? Люблю прогулки по пляжу, ванну с пеной. И треск груди пациента, когда я вскрываю ее, как омара. С недавних пор я директор по инновациям, а значит, я отвечаю за передовые операции в этой больнице. На этой неделе я лечу в Японию. Они выращивают орган для пересадки из клеток пациента. В биоинженерии они нас рвут. Я на вас плюнула? Нет, вы плюнули на меня. Да, бывает. Так, поехали. Если думаете, что здесь вас ждет одна специализация, вы ошибаетесь. В этой больнице вас ждут технологии, затрагивающие все узкие специальности. Неврология, ортопедия, педиатрия, пульмонология. Будьте готовы ко всему. Вашей сестре грозит остановка сердца. Самоубийца! Дине нужно сердце. Я найду ей донора. Вот разрешение на мое. Если прыгнешь, от удара органы повредятся, и я не смогу пересадить сердце Дине. Вы правы. Я не отдам это сердце без разрешения юристов. Моя пациентка умирает. Я без сердца никуда не уйду! Правила больницы ты выполняешь только когда тебе удобно, Алекс. Нет оправданий. Я не сплю из-за пациентов. Я путаюсь в днях недели, но я всегда готов быть рядом с тобой. Что тебе нужно? Определись, чего ты хочешь. Нет страха. Я не твоя ученица. Ты не мой наставник. Мы возьмем сердце Тома и подключим к сердцу Дины. Параллельно. Нет равных. Во всем мире только 4 врача умеют такое делать. Теперь будет 5. Все готовы? Доктор, начали! Хотите, покажу чудо? Они бьются вместе. Сами. Для вас у меня есть нечто лучшее, господа. Жизни. Высокий риск, высокая отдача и шанс изменить мир. Если яйца крепкие. Разбивательница сердец. Смотрите осенью по вторникам.